Потерянный алмаз валялся на пути. Случилось, наконец, купцу его найти. Он от купца царю представлен, им куплен, золото оправлен и украшением стал царского венца. Узнав про то, булыжник развозился. Блестящую судьбой алмаза он прельстился. И, видя мужика, его он просит так. «Пожалуйста, земляк, возьми в столицу ты меня с собою. За что здесь под дождем и в слякоти я ною? А наш алмаз в чести, как говорят. Не понимаю я, за что он знать попался. Со мною рядом тут он столько лет валялся. Такой же камень он и мне набитый брат. Возьмишь, как знать, коль там я покажуся, то так же, может быть, на дело пригожуся». Взял камень мужичок на свой тяжелый воз, и в город он его привез. Ввалился камень мой и думает, что разом засядет рядом он с алмазом. Но вышел для него случай совсем иной. Он точно в дело взят, но взят для мостовой.